Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей, вы на канале Турука, мы продолжаем путешествие в игре X-Rebirth. Прошлая серия закончилась на том, что эти гадские полицейские обнаружили в трюме моем контрабанду, я сейчас избавился от всего этого. Вот сейчас я посмотрю даже, на всякий случай, нет ли у меня в трюме. Да, ничего противозаконного нету. Обломки кораблей и аргонские деликатесы остались. Мы их как-нибудь потом продадим, но это не к спеху. Последняя точка сохранения у меня была на том, что я должен был перевести пассажира там. Ну, короче, перед началом задания сопровождения. Я взял задание сопровождения, и получилось так, что меня кинули на сопровождать вот этот корабль. Почему я все это не записывал? Потому что, ну, знал, что это долгая песня в плане сопровождения. Я, в общем, подлетел к нему, и, по идее, у него стоит команда лететь, стыковаться с главной верфью, туда, куда мы первоначально и летели в прошлой серии. Я отбил 3 или 4 уже атаки нападения, но этот гаденыш, пилот, он не тронулся с места ни на дюйм. Как он висит в воздухе, так он и остался. Поэтому я решил забить на это задание и взял сюжетное. Дальше продолжить. Обидно, конечно. Хотел выполнить все-таки все части, но так получилось, что этому кораблю вообще плевать на передвижение и поставленные задачи. Поэтому по сюжетному заданию, вот, кстати, еще одна атака, сейчас ее тоже отобью. По сюжетному заданию мне нужно купить пушечки плазменные. Да. Вот это мощная уже атака. До этого были такие слабенькие воины. У меня есть звездные вспышки, я сейчас их потрачу, и у меня еще следопыты остались. Я особо не буду долго думать. Расходую ракетки, по большому счету они мне нужны для того, чтобы бить вот этих вот уродов. Так, минус еще один союзник, я уже сердце Альбиона, до 18 мы репутацию подняли, чтобы ее поднять до 20, нужно, конечно же, побольше времени. Мы не можем все сделать, попросим. Готов, принято. Раханас купил у меня батарейки для прыжкового двигателя. Я его отправил туда этим заниматься. Я потерял вообще корабль, который должен был сопровождать. Наводиться я на него тоже не хочу. Вот отсюда нападения, как правило, идут. Возможно, он уже все. Нет. Там где-то враг. Где-то враг. Вот он враг. Мы спасли вас. Может быть, он тронулся с места наконец-таки. Я отбил это уже то ли пятая атака, то ли еще какая-то. Тут вроде охранная система работает. Ну все, разбили мы еще одного. Ну давайте посмотрим, сдвинулся ли он этот танкер сопровождения. По-моему, нифига, он как остался на том месте, так и остался под этой станцией. И никуда не двигается. Да, на месте он завис. Сколько еще так отбивать, я не знаю, но он не хочет двигаться. Даже если я сейчас вот так вот его толкну, ну, это никак не повлияет на то, что ему нужно двигаться к главной верфи. То ли баг, то ли еще что-то, я толком не знаю. Но ему вообще плевать. Так что хрен бы с ним. Летим по сюжетной миссии. Активировать Дебора Гэмбл. Она недалеко здесь. Сейчас мы у нее плазменные пушечки приобретем. По-моему, даже на халяву. И вооружение у меня же с импульсного мазера. Пилот или Скайнер на Харанс куплено рационное питание. А, ну я купил еще. Ну все, ладно. Все, все коммерческие задания завершены. Отставить. Вот здесь вот
Вроде нужны батарейки. Сейчас посмотрим, почем. Слишком дешево энергоэлементы покупают. Но, скорее всего, почему? Все это происходит в одном и том же секторе, в Альбионе. Если я открою еще один сектор, тогда уже сделочки будут получше. Но чем больше информации о станциях я знаю, сами понимаете, тем больше торговых сделок мне будет доступно. Жалко, Раханас может использовать для перевозки только рационы питания и энергоэлементы, больше ничего. Что ж, Дебора, Еши вроде как направила нам к себе поговорить о плазменном вооружении. Так что давай, расскажи нам об этом. Расскажи нам, расскажи им. Так, пусто. Пусто. Я здесь, наверное, уже лазил неоднократно. Ну да, ничего здесь нету. О, нет, ящичек. Яйца космических мух. Надеюсь, это не запрещенный товар. Какая большая вентиляция оказалась. И не такая уж и наибольшая оказалась. Да, я уже это слышал, что коммерческие задания были. Надеюсь, в следующий раз ты вернешь работу. А, все, подожди. А с чем связаны шумиха вокруг? Вот, кстати, насчет того, что можно нанять капитана, хорошо. Так, я нашел Дебору. Сейчас, подожди, я с тобой светскую беседу хочу провести. Business is slow just now. Interested in AI? I can tell you about it. Please tell me. Органические возможности ИИ на пятерочку. The limitation of AI is that they can only learn to handle more data, not how to handle data differently. You show Talati the essence of what you discuss. Заявить воспроизведение опасно, объяснить эволюцию. Ой, плохо, плохо. AGI kind of, you know, evolves, like actual life. They have something called iterative process or such. You must be concise. I have other business too. Покороче, углубиться в подробности самосознания. Нормально, вроде как сейчас. So when you let them, they can eventually even gain self-awareness through continued iteration. You seem to know something. Да, конечно, знаю. I was pleased by the conversation. I can deal with you. С нами можно и не дело. Обновление трое, скидка, соискатель работы, крупный корабль, капитан. This professional has assisted me with impressive skill in the past. They seek a new position now. О, кстати, здесь недалеко. Запомним, что Дебора здесь. Хотя... Капитан. Лидерство, навигация, боевой дух. Отлично. Я бы хотел бы посмотреть вообще, что вы умеете. Механика, наука тебе особо не надо, управление тоже. А вот такие вот способности капитана, сколько ты стоишь? 44 тысячи? Давай. Вроде и выглядишь ты так достойно. Садись там на корабль, мы тебя сейчас отправим капитанить. Так, вызвать удаленно. Капитан, связь. Не-не-не. Вернуться. Собственность. Раханас, связь. Подробности. Назначить нового начальника. По списку. А, нет, это не то. По карте. В общем, я понял. Я тебя уволю, но мне нужно будет до тебя долететь. Все. Хорошо. Дебора. Hello, Captain. I'm Lieutenant Gimble. Лейтенант Гэмбл. Благодарю за доставку, мы все нуждаемся в припасах. Сложно вести дела, как обычно. Рад помочь, но я сказал, что нужна помощь. Расслабься, он тебе говорит свободно. Я в курсе, что на борту лейтенант Тарант Еши. Вещь на все самые интересные задания достанутся ей. Yisha said you may have some old plasma weapons laying around. Sure we do.
Plutarch doesn't like the idea of ex-military force running around like we own the place. We're limited to half the firepower Plutarch has. It helps them sleep at night. Don't expect me to use them on either of you. Right. You're neutral. That must be fun. The weapons are yours. Pontifex knows our engineers need something to do. Ладно, давай ближе к теме уже. Гэмбл. Так, вернулся на корабль. И что, все? Только, ну, то есть Бешна, она нам уже подарила, да? Окей. Что-то тут подлагивало. Здорово. А2Д2. Вольно, солдат. Так, это кто? Фермер? Космический фермер. У меня есть яйца мух. Хочешь, я продам? Они вроде не дешевые. 14 тысяч срубили с него. Все, до свидания. Сам вали. Так. Все, валим, да. Так, надо потом выйти к экипажу. Но пока послушаем, что нам сейчас Еша скажет. Сохранение. Да, и, кстати, надо почаще сейвиться. Это я забываю про это. Try, we should look for some asteroids. This is a really versatile ship. I keep an eye out for more weapons for sale from mechanics. Ага, так. Нажмите N для переключения вооружения. Буровой лазер, плазменная пушка. Вот такая вот пушечка теперь у нас есть. Окей. We're being hailed. Что? Please, Captain. No need to be so formal. Hardly military. Technically, neither am I, but old habits die hard. We've just been cleared by the Plutarch Intelligence Agency. You should be clear to come back soon. Aw, and we were just about to have fun with guns. Да какой я раз выстрелил только. We'll meet you there. Lorman out. Конец связи. В общем, нам теперь нужно. It's been fun. I'd invite you to stay, but I fear Plutarch would put us on their most wanted list. Sorry, Otani. After you've known me for a few hours, the odds are you're already on their most wanted list. С Плутархом у меня отношения не очень. Все из-за она пошутила. Вот. Все, нужно ее теперь отправить обратно на службу. Мне вроде как сказали, но не знаю, будет ли она летать. Так, а если у меня, ну, задание... Долгое прощание, среднее назначение упорный. Брифинг. Денег мне за это не дадут. Отвезти Ешу что? Встретитесь с Борманом, чтобы отвезти Ешу в безопасное место. На карте назначение упоротый. Прыжковые ворота. Интересно. Так, и дипломатически поговорить. О, кстати. По-моему, его раздолбали. Давайте с Иона Райдер теперь поговорим снова. Она тут рядышком. То ли я не выполнил, то ли еще что произошло. Ну, давай узнаем. Ага, вот миссия сопровождения мне вроде как опять теперь доступна. Надеюсь, она... Сопроводить дипломаты. Дипломатическая помощь, 103 тысячи, группа наших высокопланетных заканчивает проект, нужно, чтобы после завершения переговоров они благополучно вернулись на свою базу. Так, я понял, и соточку мне за это заплатят. Окей. Mission briefing полностью, дай мне, пожалуйста. Охранять, защищать станцию, обеспечить для одного из наших планетов, перевести нашего сановника... И сопроводить сановников на базу. Это часть вторая. Окей. Я согласен выполнить четвертую часть задания. Только предварительно мы сейчас что? Конечно же, сохранимся. Потому что я не хочу опять тупить очень долго. F5. Тут еще какое-то задание. Но оно мне сейчас не особо надо. Хотя давайте посмотрим, что это за задание. Энергоэлемента, нехватка энергоэлемента. О, 33 тысячи за энергоэлементы. Расскажите мне поподробнее. 4210 элементов доставить.
Я согласен. Отлично. Подожди секундочку. Сейчас только их надо купить для начала. 4200 энергоэлементов. Энергоэлементы. Я не понял. К покупкам. На этом корабле к продажам. Да и дрёна вошь. Расстояние, кремень, космическое, инновационное питание, руда. То есть, что я не могу теперь энергоэлементы приобрести? Там было предложение. Вот. Энергоэлементы. Отлично. Смотреть предложение. Минус 20. Так, мне надо 4000... 4218. Хватит ли мне? А, на этом корабле отсутствует товар энергоэлемент. То есть это я наоборот продаю. А к продажам? А я не могу купить. Да? Руда, специи. Что, никто не продает, что ли? Так, секунду. 4210, я понял. Карта системы. Мне нужен. Так, дальний рубеж. Тайное убежище. Энергетическая сеть номер 4. Как мне проложить курс? Фабрика, энергетическая сеть. Связь. Менеджера по торговле. Нет. А как это мне курс прокладывать? Дальний рубеж. Тайное убежище. Вернуться. Вот. Тайное убежище, проложить курс. Полетели в тайное убежище. Еши, ты потерпишь немножко, я знаю. Мне нужно сейчас завершить сделку. И вообще мне нужно было сопроводить дипломатов. Но пройдем все-таки торговое задание. На всякий случай. Для того, чтобы знать, как это делается. Либо потому, что информация о торговых сделках уже устарела. Либо я не знаю, почему я не могу купить. Так, здесь мы пролетаем. Покинуть магистраль через 80 километров. По-моему, я вот как раз буду сейчас подлетать туда, куда надо. Нет, не туда, куда надо. Мне еще вот тайное убежище. Нужно отсюда лететь. Погнали. Давай, набирай скорость в трубе-то. Вот. Тихо, не сбивайте меня отсюда. Обгоняют. Ну-ка, на скорость этого парня сделаем. Оп! Извини, братух. Я нечаянно. Да и чтоб вам пусто было. Что же вы врезаетесь? Ну опять вы попал в него. Так, ну что, мы прилетели? А, еще потом сейчас из тайного убежища. Шахты мне надо теперь. Да, и вот здесь вот мы должны будем, по-моему, вылететь. Все верно. Правильно я задал место назначения. Вот здесь вот. Мы выходим, здесь энергоэлементы продают. Так, это что? Тихо, что значит доставить? Подожди, доставить мы успеем. Что за станция? Это пшеничная станция, да? Космический резервуар.
космические пастбища. Нет, космические пастбища мне надо. Мне нужна энергетическая сеть. Надеюсь, я правильно прибыл. Нет, по-моему, я неправильно прибыл. Где энергетическая сеть? Карта. Карта сектора. Тайное убежище. Да, ну а почему? Мне ж. А я здесь, да, получается? А мне нужно вот сюда. Энергетическая сеть, все верно. Тихо, карта сектора. Проложить курс. По-моему, сейчас по кругу будем летать мы. А, все понял. Я проложил курс, но меня по заданию переключило опять на возвратку. Продать это. Дела эти все. Понятно все. То есть я прибыл по месту назначения. Мне тут же показали. Лети, доставь элементы питания. И отправили обратно туда, куда нужно их отвезти. Да я не хочу. Вот что тут, энергия показана. Steady mode. Или это не та энергия? Это не те дроны, которых вы ищете. Вот. Есть контакт. Купить. Плазма элемент. Тихо. Ионные элементы, АИ элементы, плазма элементы. Но этого всего мне не надо покупать, мне нужны энергоэлементы. Есть ли тут энергоэлементы в продаже? Сейчас поищем. Albion Energy. Может быть, у них лицензии купить? И тогда мне проще будет находить. Так, по карте глянем, где мы находимся. Карта сектора. Ага, мы здесь. Нам 4-й, 2-й. Так, лететь по трубе, здесь выйти и вот сюда лететь. Так, я понял. Летим в трубу, выходим на перекрестке. Вроде как одна труба, поэтому все правильно, полетим сюда. Ну да, мне так в принципе сейчас и показано. Типа покинуть здесь на перекрестке. Вот здесь вот. И... А, это развилки. Да, направо. Направо это вот в тайное убежище. И там выйти нужно на перекрестке. По идее. Карта сектора. Да, мы вот сейчас летим по этой трубе и выходим. А там прям сразу вроде выйдет он. Ага. Подожди, в шахты пока рано. Мне нужно батарейка. Батарейка надо. Энергетическая сеть единица. Вот, батарейки продает. Ну неужели? Купить энергоэлементы. Давайте. Купить 4000. 4000 с чем-то. Ну возьмем, короче, в районе 4300. 440 что ли надо, ну возьмем 4300. 4300.
за 22 тысячи. Окей. Так, и, соответственно, что нам нужно? Продать эти энергоэлементы по заданию. 4210, да. Активировать брифинг на карте «Одинокий гигант». Ну, в общем, мы подлетим и им там скажем, что мы готовы продать. «Одинокий гигант». Подождите, ну в торговом предложении к продажам энергоэлементы. Дальний... Ну, это не там. Все, окей, летим тогда по заданию. Я вроде не знаю об этой сделке ничего. Надо будет потом полетать опять здесь вот. Да что тебя? А, я пробел забыл нажать. Мышка управлялась. Плазменная пушка МК-1. Ну, Раханас получил задание на покупку. Да, а нам нужно вот сюда вот теперь продать их. Да. Одинокий гигант покупает энергоэлементы. Продать энергоэлементы. Да, вот. Очень дешево. Но продадим их здесь все. 4218. Да, в принципе, как раз хватит. Отлично. Теперь менеджер задания. Ты, подружка наша, сопроводить. Это, блин, связь. Вернулся. Я не туда просто зашел. Мы активировали. И вон райдер. Перевозчик энергии. А, ну то есть опять сбилось вроде. Ну, в смысле, по новой мы взяли это задание. О дядьке об этом. Ну да, он с главной верфи будет стыковаться. В общем, долгая песня. Он стоит опять на месте. Никуда не двигается. И сопровождать его мне не получится. Как тебе? Как тебя сопровождать, брателло? Ну давайте так. Автопилот. Следовать. Задействуем. Стоим. Отдыхаем. Ничего не происходит. Дать ему разряд. Там тебе в баню. Полетели на основное задание. Черт с ним, с этой с райдер. Делаем так. Брифинг. Отказаться. Не хотим мы дипломатическую миссию завершать. Ну, как хочешь. Отменено задание. Репутацию мы набили, в принципе. Брифинг. Отказаться. Брифинг. Я же сказал, отказаться. Все, теперь дипломатическая помощь будет постоянно висеть. Вернуться. Ну и хрен с тобой, пусть она там болтается. Полетели. Долгое прощание выполнять. Куда-то нас сейчас, походу, в другой сектор кинут. Большая пустота. Пойти по чайку себе замутить. Летать-то долго. Честно скажу, ребят, мне очень нравится играть в эту игрушечку. Я прям получаю удовольствие от нее. И я знаю, что немногим нравятся такого плана игры.
и большинство будет писать в комментариях хорошей фигней заниматься давай в Рим играй, но мне интересно, я буду играть, буду записывать ее, в принципе, может быть не столько для вас, сколько для себя, ну и вам, я думаю, приятно будет посмотреть, чем все это закончится. Возможно, тем, как и Рассвет Альбиона я заброшу. Но пока мне очень нравится. И чувствую, что надолго мне еще хватит ее. Так что, поехали. Где здесь? В господство. Ну, неужели мы этот Альбион покидаем? Переходим в господство. Ну, в господстве я уже, в принципе, был. Так что... посмотрим. Это с Борманом надо опять договориться сейчас. Ускоряемся. Почти что максимальной скорости добились. На хайвей. Да, летим с максимальной скоростью. Ой-ой-ой-ой-ой. Сбили нам скорость. Хулиганье на дорогах. Есть. Теперь в тайный схрон. Так, при помощи дальнего сканирования вы можете находить обломки, брошенные контейнеры, отдаленные станции и различные... Так, пришли, пожалуй... Так, ну давай попробуем. Дальнее сканирование. Так, смотрим здесь на карте. Сканируем. Ничего я не нашел. В этом секторе много обломков. Ай, просрала. Так, а что это за... неизвестно, да? Это Берил. Вот там что-то вроде сверкнуло вдалеке, но толком я не понял, что. Ну вот там какой-то вроде обломочек. Пассажирские мало, ну это корабли. Все это корабли. Как же мне обломки просканировать, я вот не понимаю. Вообще много чего не понимаю пока еще, ну черт с ним. Посмотрим, что тут за станция. Это Берил относится, по-моему, да? Да. Вот здесь что-то тут что-то какие-то продают, покупают. Рационы. Техническая лаборатория. Техническая лаборатория. Торговые предложения изучаем. С Берил у нас не очень. В сердце Альбиона замечательно. Доступен новый заказ. Низкий уровень запасов. Количество 6. Бла-бла-бла. Сорвать подготовку к атаке станции. Средняя. Нет, летим. Успеем мы этим еще насладиться. Давайте уже Еши сопроводим туда, куда она хочет. Ну, точнее, не она хочет, а хочет Борман. 500 километров, а я пока изучу сектор. Вообще, из чего он состоит? Ага, из 4 остановок, причем один перекресток. Доходы, руда, ион, руда, кремний, невидий, водород, невидий. Интересно, а тайный схрон мы вообще не знаем, что там. Plutarch Mining Corporation, ну ладно. И мы, в принципе, туда куда-то и летим.
180 километров. Сейчас покинем. Это какой-то здесь трафик очень сильный по количеству кораблей. Покидаем станцию. Ага, мне теперь во внутренний мир нужно отправиться. Хорошо. Воспользуемся. А вот внутренний мир я вообще, по-моему, там еще не был. Карта системы. Дальний, ну, так, мы в господстве. Нет, был я в внутреннем мире, на 34% я изучил. Тут очень... Блин, не то я нажал. Много во внутреннем мире интересного. Перекресток. Дуресток. Информация устарела. Ах, равно правопорядку. Твою мать. Inner мир. Водные врата. Рен, мне не нравится, как себя эти корабли Плутарха. О, сейчас на нас будет атака идти. Они наблюдают за нами, может, прибавим скорость? Да не вопрос. Это вот эти Плутарх? Ну да, вроде как. Спокойненько. Поехали. По-моему, сейчас будет экшончик. Следопытов 16 у нас есть, так что все норм. Валим отсюда. Че ты забеспокоилась, Еша? Ну, Плутарх, ну... Гуляют они тут. Патрулируют. Фигня это все. Расслабься. А это кто такой? Враг. Непонятно. Ой, промазал. О, аж звук в трубе пропал от этого выстрела. И тихо. Игра, что ты со мной делаешь? Прекрати. Дозор Альфа. Вот там, по-моему, точно не было. Ну-ка. Ну, вы-то меня сейчас хорошо слышите. Передай нам ну-ка. А вот игра чего-то там... О, ага, то есть вот так вот есть, а вот здесь, из-за этого выстрела что-то произошло, ну, может быть, сейчас исправится все. Есть бани. Ну, давай, все получится у тебя. Вот ваши деньги, да? Ага, это я за то, что как раз таки убил этого. А, нет, вот все, вернулось все в нормальный режим, звук вернулся, ого-го. Это синдикат? Да, это синдикат. Синдикат, а вообще, ооо, ничего себе там их. Ой, я выстрелил. Куда я выстрелил? Я пока не знаю, куда я выстрелил. Ну, там много очень кораблей оценить. Ё-моё, там их просто тьма тьмущая. Рейдерская группа. Тут война, я так понимаю, между Альбионом и Плутархом. Ну, не, ну как-то Альбион. Сердце Альбиона. Рейдерская группа. Давайте-ка мы вот этого парня уничтожим. Две ракетки, я думаю, ему хватит. Ну, нормально пушка долбит. Но только вблизи, по-моему. Есть. Ладно, минусанули одного, валим отсюда. А это что за станция?
она к Плутарху относится, да? Мастерская металлоконструкций. Торговые предложения сейчас посмотрим здесь. Медицинские препараты, наркотики. Ну, у меня есть, в принципе, лицензия на перевозку этого добра. И на территории сердца Альбиона, по крайней мере. Столько неизвестного. Альбион-то я изучил уже целиком и полностью. Ну, ладно, валим отсюда. Не хочется мне здесь больше находиться. Да и Еша, я думаю, тоже не особо радует это. Ага, то есть самому Плутарху даже понравилось это. Давайте тогда сейчас рейдеров немного по теребоним. Мы сейчас сохранимся. Очищенные металлы, кремниевые пластины, все это покупают, чтобы увеличить репутацию с Плутархом. Почему бы нет? Тут две рейдерские группы. Один корабль Камелот. 13 километров сейчас до него. Сопровождать. Ага. 12 километров. 11. Я думаю, с отсюда уже можно делать два залпа. Ракеты пошли. Тем более ему щиты сбили все. Давай, 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 давай. Я не знаю, я ли его уничтожил или нет. На тебе еще один выстрел. Блин, только ракетки трачу зря. Надо будет поближе подлетать. Если не ошибаюсь, здесь еще есть. Ой, тут рационы питания нужны. Да. Плюс 7. О, нормально, здесь можно будет продать их. Тайное получение. Плохая реклама. Это все неинтересно мне. А вот охота на рейдеров меня забавляет. Сухогруз. Выстрел. Есть. А, и с ними сразу минус 6. Нормально. Было только что минус 4. Я... Пассажирский малогабаритный. Нормалек, нормалек, работаем. Ну, тут, по-моему, всю рейдерскую группу уже уничтожили. Ладно, узнаем, что это за торговая станция. Посмотрим, там дальше еще должны быть торговые предложения. Раскопки. О, кто это? Рейдерская группа. Во-во, отлично. Давай. Раз тебе залп. Есть. Уничтожен. Репутация повысилась. Альбионский табак. Спокойно. Собственность. Чтобы не попасть, ну да, я выгружаю его. Подожди секундочку. Объем запрещено. Плутарх, сердце, да? Действующие эссенции, аргон и так далее. Выгрузить тогда табак. Не надо его. Он, по идее, должен валяться, да? Ну да, вот он. Слушайте, а попробуйте его продать, может быть, сразу? О, да, минус 2. Уже нейтралы. Так, вообще табак, что это? За товар. Тип хранилища. Не-не-не. Тип хранилища-то понятно. Это у кого нужно купить его. Точнее, продать кому. Торговец. Продавец лицензии, старьевщик, космический фермер. Наверное, у него.
Show me your wares, please. Agreed. Нет, не у него. А, судотельный поставщик продовольствия, может быть, у тебя? Hello, pilot. Или у спекулянта вообще? Show me your wares, please. There, we agreed. О, кстати, альбионский табак. Да. Это у нас продавец продовольствия. Я понял. Не так. Ой, покажи его. Не продал. Не продал. Не заключил сделку. Все отлично. Отлично. Поехали. Лутарх майнинг. Станция-то большая, оказывается. Ух ты, корабль. А, это пушка такая. Куда она нацелена? Прям в станцию будешь бить? Турель. Здорово. Ладно. Полетели дальше. Полетели. Тихо. Два контейнера я видел. Да. Легкое стрелковое вооружение. И дробилки. Нормально. Взяли. Взяли. Поизучаем вот эти вот посадочные места. Возможно, там какой-нибудь спекулянт найдется или еще чего получше. Командир десантников. Все. Летим. 400 километров покинем. Довести. Воу. Через 90 выходим. А точнее вот здесь. Entering auspicious excavation. Ух ты. Transmitting rendezvous point now. Северный синдикат, а это кто? Not enough fuel for that jump. Недостаточно топлива. Что? Раханас. Я ж тебе приобретал собственность. Раханас. Доп. Сведения. Рационное питание, топливные элементы. Ага. А, ну у него недостаточно топлива, чтобы лететь за нами. Видимо, так. Я понял. Космическое топливо, топливные элементы. А в чем разница? Необходимо для прыжкового тоннеля, я понял. А космическое топливо? А, спиртной напиток, космическое топливо. А когда ты его приобрел? Или ты сам уже там начал? Тебе вообще нужно бы выйти к экипажу и навигатора нашего капитана. Нет, вообще архитектор, ты пока будь здесь. Hey, капитан, работайте еще где-нибудь. Альбионский скунс. Плутарх Майнинг Корпорейшн, руда, бла-бла-бла. Прыжковые ворота, неизвестная система. А... Goodbye, sir. Почему я не могу... Подожди секунду. Собственность. Раханас. Связь. Hello, во-первых, покиньте.
покиньте мой отряд. I'm here to assist you, sir. Назначь присоединиться к моему отряду по подробности о корабле. Сотрудники. Подробности о корабле. Сотрудники. Капитан. Заправляться автоматически. Да. Веду торговлю. Торговать с одиноким. Вот она сама торгует, оказывается. Hello, sir. It's great to be able to help out. Назначить нового начальника. What is my new command? How should we select the commander our pilot should work for? Я бы хотел бы, блин, вообще тебе, чтоб ты отвалила от меня. Но походу только в личном присутствии. Ладно, займемся этим уже потом. Не получилось удаленно назначить капитана. Либо я чего-то там недопонял. Расстреляли всю группу. Благородные раскопки. Это что мне нужно? Так, на всякий случай изучим, что это за станция. Мало ли что. Матрица. Цистерна. А, это матрица элементов. О, контейнер. Контейнер нашли. Следопыт. Замечательно, так на халявку. 20 тысяч, можно сказать, приобрели. 4 ракетки. Как раз те, которые я использовал. Там водород вроде продают. Дефицит газа, бла-бла-бла. Все, мне с Борманом надо поговорить. Блин, ретранслятор не изучил. Ну, плевать. Назначение упоротой. What is going on here? That's quite a crowd gathering. There's some Plutarch ships approaching. Is the jump gate open? Врата открыты. Taking us closer. Вот так вот. Otani, we've been intercepted. We won't be able to make it. What's your situation? Borman? We've lost the signal. I don't like this. I'll be in the skunk. Stop your engines and prepare to be escorted. Oh. Sorry, Ren. We've got to ditch them. You should don't. Вот так вот. It'll take some getting used to. What the hell did you do that for? It was either that or get arrested. At least out here we can gain some distance. This isn't what I signed on for. Why shouldn't I just turn around? They'll probably shoot anything emerging from the gate before asking questions, and they're probably after you too now. I'll put some distance between us and the gate. We'll try and talk our way out of this. Until then, try and figure out where we are. This system isn't in the database. I'm seeing highways and debris, but no activity. Our gate shouldn't lead here. Right. It should have connected to the Belt of Aguilar system. This isn't it. Это не она. Point to a friendly civilization. Ну вот, обучение закончено, и нас отправляют в неизведанный космос во вселенной X. В неизвестную зону мы отправились. Посмотрите, какая красота. Тут мы серию и закончим. Увидимся в следующей. Пока.